В Ленинском городском округе на данный момент от COVID-19 привились 60% населения. Теперь вакцинация станет рутинной. Делать прививки от коронавируса жители будут в плановом режиме. Так, с 16 сентября в Видновской районной клинической больнице можно пройти повторную вакцинацию препаратом «Спутник Лайт». Мы организуем ежедневную вакцинацию в трех наших стационарных пунктах вакцинации. Это и в взрослой поликлинике, в Молоково и в Дрожино, южная поликлиника, которая находится сейчас в амбулатории Дрожино. Прививка показана тем, кто уже переболел коронавирусом или вакцинировался полгода назад. Препарат «Спутник Лайт» вводится однократно. Аналогично первому компоненту спутника гамма-ковид-вак вакцине, там же такой же серотип 26, на который наложен белок коронавируса. Вакцинация спутником лайтом проводится для того, чтобы усилить иммунный ответ, чтобы побольше образовался антител. Записаться на повторную вакцинацию можно через единый колл-центр ВРКБ по номеру 8 495 541 4001 или через лечащих врачей. На данный момент спутником Лайт привились более 270 жителей муниципалитета.